Всем привет! Сегодня пятница. Собираемся немножко на море отдохнуть. Пока Давид у нас в школе. Супи не будем брать? Супи. Давай иди домой. А то нам всю машину нужно забрать. Иди. Сегодня мы тебя не берем. Все, давай, иди. Мы едем. Около гостиницы Нисиха Принцесса. Это у нас такая крутая гостиница. Но тут такое ощущение, как будто все вымерли. Нету никого. Вот на пляже люди гуляют. Ну, конечно, это не лето. Сегодня у нас 2 декабря. Температура воздуха сейчас где-то плюс 16-17. Сейчас проверим, сколько вода. Вон там ребята пришли, молодежь. Сейчас немножко солнышко подымется и начнем нырять, заныривать. А море поднялось, никогда так не было высоко море. Сейчас я буду прыгать. Водичка, видите, водичка прозрачная, классная. Вон солнце. Ребята, вам солнце. Я не знаю, что получится, но я вам солнце посылаю. Посылаю солнце, посылаю здоровья, посылаю успехов. И всем удачи, как говорят, на Титанике. Все богатые и здоровые. Но не было удачи. Не было, не пришла. А у нас будет удача. Поэтому поехали дальше. Вон автобус пришел. Здесь ходит у нас рейсовый автобус сюда. 4 шекеля, 1 доллар. Автобус, пожалуйста, на море. Так, сейчас проверим температуру воздуха. Смотрите, температура воздуха у нас 20 градусов. Вот только что было 16, сейчас уже 20. Сейчас мы проверим, сколько у нас вода. Этот еще термометр у меня еще от Давида остался. 14 лет назад купили, когда маленький был. Ну, сейчас посмотрим, сколько у нас вода будет. Наверное, вода будет сейчас 25. Вот. Интересно, что-то рыбки у меня не приплывают. Жду, когда я нырну. Сейчас посмотрим, что у нас тут получилось. Я же говорю, вода больше. Посмотрите, сколько градусов вода. Вода у нас больше стала. Температура воды 21 градус. Короче, температура воздуха 20, а температура воды 21. Я же сказала, температура воды намного больше. Поэтому, представляете, 21 градус. Вон рыбки. Сейчас, подожди. Вот у нас оживают рыбки. Видите, начали рыбки тут появляться. А то вообще тишина была. Вон они, обрадовались, что я пришла здесь плавать с ними. Сейчас я буду тоже с ними плавать. Рыбешки мои, привет! Как вы жили тут без меня? Все, молодцы. Вот, вон у нас есть туки. О, они прыгают прям за мясо, за этим, за хлебом. Ну, иди сюда, будем снимать кино. Давай быстро. Ну, покажи свой портуф. Ба, здорово. Ине. Ама, и мы трим вяхат. Нахон, зетов? Зе нахон, зетов. Тагиду русим шаббат шалом. Зе бишвил русим. Эзе йофи. Ине. Эли. Лё, эли, лё. Беседорега. Это как же новости дня. Ирина Хамия делает прыжок в море 2 декабря. Так, ребята, попробуем. Раз, два. И три. Вода. О, в воде намного теплее, чем на улице.
Горе ты мое. Горе ты мое. Я радость твоя. И счастье твое. И любовь твоя. И удача твоя. Понятно? Не говорить по-русски. Ты видишь их? Нет, они. Ине. Рыбы ко мне. Ине. Куча они. Ой, рыбки вы мои, нате-ка вам сегодня праздничные. Ине. Бой по, Ирина. Ой, блин, кто-то меня кусает. Ой! Ну, порции совсем. Хватит меня кусать. А, вон. Туда. Ой, блин! Кусают! Пьяный! Ух ты, прям за ногу, за пальцы! Ух ты! Черти! Вообще борзели, вдруг отбили. Давно не была на море. Уважают, не уважают наши. Перекомали это. Они ж купаются, это кусаются. Ой, ну-ка все встали в ряд. Быстро! Вот, после моря. На улице холоднее, чем внутри моря. Вообще классно. Вода здоровская. Вода вообще теплая. Немножко ветерок сейчас. Вообще нормально, можно. Декабрь, классный месяц. Можно приезжать. Кто хочет в декабре приезжать, приезжайте. Будем смотреть за ситуацией. Эли, их это сегодня, Жемиш, а? А ну как это? Мы намазались немножко маслечком, чтобы наша сухая кожа немножко пропиталась, стала эластичной. Только началась зима, и уже кожа сухая. Поэтому постоянно надо делать процедуры такие. Ну мы, ну что и делаем. Вот. Все, надо одеваться. Скоро Давид из школы придет, и нас дома нет. Всем пока, до встречи!